Синяки и ссадины на руке и ноге. Так закончилась поездка на автобусе 51-го маршрута для 61-летней кировчанки. Маршрутный пазик на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Карла Маркса въехала иномарка. Как рассказали позже дорожные полицейские, водитель легкового автомобиля Volkswagen Tiguan двигался по Октябрьскому проспекту в сторону Северного кольца. При этом он проехал регулируемый перекресток на красный сигнал светофора и буквально влетел в маршрутный автобус, который направлялся в сторону Профсоюзной. К слову, кроме пассажирки общественного транспорта, травму получил и сам водитель. Он сильно ударился левым ухом. От госпитализации отказались оба. На данный момент все обстоятельства аварии устанавливаются. В рамках административного расследования уже будет изыматься видеозапись на этом перекрестке, если такова здесь имеется. И уже по некоторым доказательствам уже будет установлено нарушение правил дорожного движения какого-либо участника дорожного происшествия.